Алло. Алло, Рик, привет. 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 Почему ты такой грустный, когда мы идем в Майнкрафт, я не понимаю. Мне запретили шуметь. Кто? Ибо нехуй, блядь. А в покер мы вообще ни разу не играли. А я не умею. Я тоже не умею. Я тоже. Женя пиздит. Почему? Потому что ты играл, блядь, в покер. Так же, как и Владик, так же, как и Саня, так же, как и Никита. Тебе сказать, что я делал? Я не играл. Я был арендатором. Чё, блядь, помещение? Да. Никита, сука, крупье, да? Я не играл. Не было. Там был Саша, Владик, Матвей и Никита. Модка называется Сиргвиндор Форест. Так, ужин при свечах тоже нам нужен. Ты нахуй. Тимон, ты не забывай назвать, взорвется. Да не взорвется, Тимон, ничего не весит. Нормально. Ага, а если тысячу накачать? Breaking Craft? Не. Название подозрительное, Тимон. Нет, Джесси, мы не будем играть в кубики. Breaking Craft — уникальный мод для Майнкрафта, который черпает вдохновение культурного сериала. Раскройте потенциал таких драгоценных камней, как осколки аметиста, алмазы, сердальных, раздолбив их. Каждый драгоценный камень дает определенный измельченный вариант, что позволяет вам использовать их скрытые свойства. Айо, мистер Уайт, we gotta guide those diamonds. Блять. Я одет точно так же, как в этом видео. Через видос рекурсию, пожалуйста, сделай небольшую. Да. Ты реально... Красавелла. Молодец. Лицо прощей добавилось, блядь. Так не поменялся, блядь. Покажи паспорт, Женёк. Там даже фалос вот этот черный на фоне на месте стоит. Как открыть? Еще там пытался с американочкой познакомиться. С американкой? У нас есть в группе Диди. Диди? Диди. А имя нормальное у нее есть? Диди. Там Наташа, например. Вы с Саньком на самом деле одного поля ягоды. Почему? Ну что у вас комп... Масюня! Нет, Женёк, не Масюня! Нет, нет, кто? Я привык быть жёлтым! Я привык быть жёлтым! Осторожно, мина. Миша, спасибо. Нет, я просто упал, блин. Владик тоже. Бум! Нет, Хатори Ханза! Стой, желтая хуйня! Ой-ой. Ой, сосальник открыл и закрыл. Да въебывался. И я да въебывался. Олег, бегай по карте просто. А я трахаться хочу с ним. Это не надо. Нет, нет, Олег, ты умрешь. Олег. Я мужчина. Ты прочитан, ботик? Ой! Вау! Ой! На, Олег, давай, давай. Олег! Нет, я вылетел. Нет, не вылетел. Ну хуя изи. Нет! Че у нас тут хуй, блядь, один? Оранжевый. Это я, кстати. Хп не я. Дурацкая атака сработала. Ну! Бля! Бля! Нет! Вспомнила, они для него чередей писали с Лёхой и с Рейджином. Сколько безнадёги было в этом крике. Нахуй, дайте атаки, блядь, глянуть. Блядь! Блядь! Атаки, пожалуйста. Нет, Егор! Егор насильник! Я насильник детей, я заебал. Я съеб...
Ай, дай, дай игрушку. Уйди нахуй, дай игрушку. Нет, ну блин, дай, да. Смешно, да, тебе, блядь? Мне капец, как смешно. Конечно, я испугался. Хочу что-то почитать, а прочитать что-то нечего. Никита, можешь что-то посоветовать? Посоветовать, прочитать? Да, мангу какую. Эти рисованные твои картиночки, да, любимые? Да, да, да. Да ничего я тебе не посоветую. Да блин! Ты сам почитай. Чёрный пистолет, там где рекаты самый навороченный документ. Рули, чёрный пистолет. Ооо. Оксимирон звучит. Ты там уснул пока? У меня есть какие-то. Нет, я ещё у меня... Меня напугал. Напугал тебя, прости. Точно, это игра Waifu Covered 2. Ой, да твою мать, Владик! Я шучу, я шучу, я шучу. Настя, зачем сбрил патлы? Я не сбривал патлы. Вот, смотри, все на башке. Да, блядь, я не могу застрить, блин. Я... Да почему? Я дрим, блин, делал. Ты это пизда! Это усиление ударов, я решил попробовать. Никит, во... Олег, мой, это Тимчик. В КС один на один на револьверах, слабо. Меня разъебут. Серьезно? Ну так в видосе же было, я, ну как бы, один на один на какой-нибудь удобной карте, я очень неплохо сыграю. Так это Тимчик в прайме. Прайме. Хаширама Сенджи в прайме убивает. Это очень смешное слово. Кто сильнее, возрожденный Мадара или Тимчик в прайме? Думаю, Тимчик под майонезом разъебет их обоих. Они ступят фиш. Да, я люблю сосочлен. Это же тут Тимофей. Чё ты сказал? А ну повтори. Ничего. Повтори, чё ты сказал. Ничего. Альт F10. Ты ща... Бля, щепки сейчас полетят, Олежа. Они ступят фиш. Да. Нахуй. Бля, Олег, нахуй все. Это пиздачка. Мне там ступит фиш какая-то выпала. Он говорит, даже здесь, Тимофей, ну ты охуел, Олег. Фанни ступит фиш. Фанни ступит фиш. Блять, как тяжело. Да ты сука! Одни фанни ступит фиш, блядь. Что слово? Покажи, покажи. В скобках френд. Сейчас. Сука, в скобках френд! Кстати, пиздец сложно. Вот, Funny Stupid Fish, Stupid Friend. Блядь. Смотри, сколько у меня. Пусти Funny Stupid. Блядь. Сука. На нахуй. Сука. Блядь. Я не могу нахуй. Сука. Ой, блядь. Бля, я чё купить? Ты же этот хряк. Сзади! Ты можешь так чаще делать? Я чё за хуйня, это постоянно работает. А кто четвёртый? Ну я. Не, а четвёртый? Ну Женя. А, что я его не слышу. Он писит. Что он писит? Уже минут 7. Сколько писить можно? Ну 7 минут. Это уже сраки какие-то. Отстой. А что, я что-то неверно говорю? Как можно писить? Бля, у меня Саня такой тихий, пиздец. Так возьми премастер, в чём? Сделай меня на 200. Я тоже на 200. У меня Саша на 200 стоит. Я буду орать. А, я буду говорить так. Блять, с одной! Что это? Какой хуй? Блять, нет. Нет, сучий Саша. На дебилы вчетвером буду удобаться. Куда Саша улетел?
блядь, сучи. Вот, раз. О, телепорт. Смотри, ас оценил, Олег? Да блядь! Пидрила, Жека, я вижу твою иконку на этой хуйне. Блять, хули так дорого? Дорого что? Чебель-колонка. Сейчас, зачем? Я хочу музыку слушать не в наушниках. Ты хочешь слушать на этой пердящей штуке? Это ошибка, брат. То есть, ладно, если ты ещё смотрел какие-то крутые мониторы, то ты смотришь JBL-колонку. Потому что я спросил у Олега. И Олег тебе сказал. И Олег мне сказал. JBL-колонку? Да. Ну, это преступление против музыки. Ну, сори, я не понимаю, Олег. Как он мог это сказать? Знаете, почему у Николаса Кейджа такая фамилия? Хотел дистанцироваться от именитого дядюшки, взял имя Люка Кейджа. Так фамилию? Может. Ну, фамилию. Да ебись ты в рот. Башка завтра лопнула. Ой, блядь, как же много забот. Надо срочно стать успешным. Ой, надо расправить плечи, выровнять осанку. Ой, водка. Водка... А я забыл, с чем она. Водка с каким-то гранатовым, по-моему, соком, который Артём принёс от какой-то знакомой. А ну-ка, попробую. Ой, с вишнёвым соком. Ох уж эти 100-тысячных миллиметра. Миллилитра, точнее. А ну-ка ещё. А ну-ка, ладно. Это была одна, теперь 200-тысячных миллилитра. Ай, гао. Сколько сахара, сколько градусов. Сейчас, погоди. Я видел мем. 3 часа ночи. А настоящий гигачат того Шелви отвечает: время сейчас непростое. Владик, ты заебал ругать, ты что там нахуй вообще, блядь? Охуел. Просто, блядь, я не могу. Я, ну, первый раз мимо ушей пропустил, блядь. Ну, чисто так что-то быстро там перданул, блядь. Непонятно что. Нахуй. Это я был первый раз. Сидим, блядь. Я первый раз. Блядь, ты чё нахуй вообще ебанулся? Пиздец, женёк. Чё ты даже Кирилла не позвал? Блядь, ты заебал. Это на высоте парирования. Нет. Блять, убил меня, Сержа. Ай, Ваван, ай, как хорошо вообще, Сержа. Это была хорошая игра. Сейчас буду, сейчас буду играть. Мне бухает. Я буквально не понимаю. Просто я с тобой запер, блядь. Ты знаешь, вот ты... Я так хорошо с тобой начал играть поначалу. Поначалу все так было хорошо, а ты, блядь, говнюк. Смотри. Что ты оправдываешь? Что ты... Я просто охуел, сори. Все знает. Все знает, но... И я тоже все знаю.
Тимофей. Тимофей, посмотри мне в глаза. Ну, посмотри, посмотри. Дом. А, промазал! Промазал! Нет, всё, я уже не могу. Ну ладно. Зайди на веб, блядь. Занимаешь. Ты, блядь, понимаешь. Ну ты же знал, что это произойдет. Мы все понимали, блядь. Он опять это сделал. Дай похую, где эмоции? Я сидеть это хуй. Блядь! Иди нахуй! Блядь, я проиграл! Ты бы это сделал раньше! Блядь, игра для просто кайфоломская! Отвратить! Я же, ну, я на кураже! Я уже, когда камбэк жесткий! Вот эта херня! Зачем? Я ебал! Ебал, Наина! Я ебал, ебал! Ебал. Бля, что это нахуй звучит, сука? Мы все угорели. Че за хуйня? Хорош. Дебилы. Сейчас Егор приду. Так, игра же у нас. Что за карта? Олег, ты здесь, мы уже думали, ты придешь. Ёбнулся? Катка нашлась, а тебе нет. Мы думали, ты за руины захотел. А тут, да тут не надо подтверждать. Это плохо. Да, это плохо, кстати. Это неправильно. Надо подтверждать его сильно, потому что ты, блядь, ушел. Не подтвердил, а ты, ну, сел срать резко. А чё ты не пошел? Ты сейчас ныть будешь полчаса. Бля! Я... Олег, я должен спорить. А, подожди, задолжили, у них 4 игрока, они выбрали. Задолжили, иди в туалет быстро. Подожди, я думаю. Не думай, иди. Да я думаю, подожди. Я отменил. Да зачем, подожди, иди, дай. Не буду ягать, пока в туалет не пойду. Ну а вдруг я зайду, сяду, попукаю и выйду опять. Ну будет так... здорово, иди, проверишь. Это база. Потому что если ты будешь сидеть во время игры, пукать, блин. Велик шанс. Ладно, похуй, запускай. Иди. Да я посрал уже, запускай. Блять, у меня очень сильно спина болит. Дай дроп, сучка. Блять, подожди. Блин, ну Олега же умирает в компе, если дам. Блин, ну Олег же тиммейт умирает, если ему полежать не дать 5 минут. Олег, я сейчас просто умру и пойду полежу. Блять. Вы там вчетвером так. Я тебя не понимаю. Блять, в итоге я так и не умер, сука, у меня спина болит. Иди, лежи, у тебя 20 секунд. Я пошел. Let me do it for you. Ты думал, он шутит? Я думал, он шутит до последнего. Хи-хи-хи. Никакие хи-хи-ха-ха, блядь. Спина болит. Это что, это крашеный? Или это освещение такое? Это он краш. Я крашен. Ты красился? В желтый? Да. Егор, у тебя же и так желтые волосы. Вообще еблан, я в белый красился, не получилось. Здорово, братва. Кирилл? Егор? Как это? Драпаните, Жень. А его нахуй выгоню отсюда. Я кушаю. А мы с Кириллом купили 2 пачки чебо-пиццы за 200 рублей. А сосиски? Нахуй, пошел с своими сосисками, долбоёб. Сосиски и так были, блядь, только у меня нормальный кидуши живет, блядь. Что за история про сосиски? Короче, он поссал, руку не помыл. Пошел, он развернул все сосиски в стрёмке, положил их в микроволновку. Я потом еще спросил, ты руки помыл? Он сказал, нет, и специально руками, короче, все сосиски обтер, блядь. А меч... он съел. Их было 6, я пока доедал вторую, он уже 4-ю съел, блядь. Вкусные были. Ну, конечно, блядь, в рот все на сы так же, наверное, будет, блядь. Да, мы играли. Во, Миш, ты на демке? Миша. Миша. Миша! Да блять! Не, я шейкер хочу докачать. Докачивай. Докачать?
просто скачать Earthshaker. Давай посмейся надо мной, блядь! Короче, я сейчас похавать пойду, погрею. Меч. А, Кирилл, ты тут? А, блядь, Кирилл. Погрей, поешь! Ой, поешь, погрей... Погрей... Сейчас подойду. Я хочу на кунке поиграть. Мы next идем? Да, можно. Начнем. Я не думаю, что у тебя что-то получится в этой жизни. Да что-то у меня злобно как-то получается каждый раз. Я не знаю, я не хочу, правда, так говорить. Ну, я же нормально играю, но не на всех героев. Нет, ты дерьмово играешь. Ну вот опять, не хотел. Ломай шмотки, Егор. Ты кунка будешь играть, Егор. Будет терпеть? Ломай шмотки нам. 297, что значит? Это значит, блять... Это дэмэдж антимага нашего. У него нет мотивации играть дальше, блять. Сука. 297, Кирилл! Кого я меньше видел? По-моему, это правда рекорд. Антимаг через пацифизм. Ох, у меня крипов больше всех. Крым чей мой, блядь. Ну, блядь, ну, сука, 600 рублей за интернет, это долбоёб, блядь. Реально, ну зачем платить за интернет, если въёбываешься на видео, блядь. Да регайте, сейчас next хорошая будет. Не, после такой будет либо супер хорошая, либо супер грустная. 50 на 50, то есть. Пожалуйста, Миша, я верю только в тебя. Бань, Дроу Рейнджер, я же баню, антимага, блядь. У меня СТФ ещё есть. У меня тоже. Алхимик еще есть. У меня есть Дарксир. Тяжело, парни. Глубина. Не хочет. Порядочно снимут. Да мне похуй, у меня 10 тысяч, блядь. Может кто-нибудь мид пойдет, я устал вообще-то. Давай, я, пожалуй. Я пойду мид. Хуя мид иду, блядь. Я пойду. Ебался, блядь. Парни, кто мид идет? Ролим. Эвахуй, не. Блять, не, еще раз. Нет, все. Блять, сука. В другую сторону слэш. Да как нахуй этот слэш-то использовать? Ох. Я мид. Ой, ты мид. Иди нахуй, я сейчас морфинга возьму вам игру сузаю. Белка мид? Я в ахуе. Я сейчас самого тупого персонажа возьму, блять. Мне за... Блядь! Блядь! Это наугад! Блядь, я не хотел! Блядь, обменяться с кем-нибудь, да, хотя бы так! Самый рот! Блядь, я не успел пикнуть из-за вас! Вильям, класс, отойди! На вайпере он в турбо играет! Какой наугад, блядь! Че победная, ёпта! Предсказание! Предсказывай. Предсказывает победу. А, ключи, поменяться, пожалуйста, Миша, давай. Ну, поменяйся. Давай.